Выбрать лучшего классного руководителя можете и вы. На нашей странице ВКонтакте открыто альтернативное голосование. Оно не отразится на общих результатах конкурса. Это своего рода глас народа. На прошлой неделе голосование проводилось за лучшего классного руководителя начального звена. И по итогам нашего голосования первое место в этой номинации заняла Ирина Цехмейстер из первой гимназии. За нее проголосовало более 570 человек. На втором – Наталья Неянина из 13-й школы, а на третьем – Светлана Василенко из микрорайона Вангапуровский. На этой неделе голосование продолжается, а мы предлагаем вам выбрать лучшего классного руководителя среднего звена. Имена и фотографии конкурсанток размещены на нашей странице ВКонтакте. Еще раз напомню, голосование интерактивно, и его результаты на итогах конкурса не отразятся. В свою очередь, имена выбранных вами победителей мы не только назовем в рамках программы «Новости нашего города», но и подготовим про них материалы. Так что подключайтесь!